числа будет день Хэллоуин. Мы решили сделать такую акцию анти-Хэллоуин. Вместо всякого наряжения, всякого отталкивающего момента, хотя вот сегодня наша участница молодежного центра, мы ее специально нарядили, чтобы показать воочию, что красота естественная, вот как у тебя, к примеру, она гораздо приятнее и ближе. Вот когда она умоется, она тоже красавица будет. Но к чему мы сегодня делаем эту акцию? Потому что мы не хотим этих уродливых, страшных тыкв. Мы хотим, чтобы тыква внесла пользу, как минимум для здоровья. Тебя угощаем тыквенным соком. И хотим тебя спросить, как ты относишься к этому дню? Близок ли он русской нашей душе? То ли, ну, свое мнение, поделись. Я считаю, то, что он к нашей душе. Я не понимаю, честно, этот праздник. Вот, умничка, я искренне тебе благодарю. В общем, ты за здоровый образ жизни, да, и за патриотизм в нашей стране. Да. Умничка. Мы желаем доброго здоровья всем. Скажите по-русски. Знаете, я там фразу? Ну, есть можно. Ахалюми. Ну, слышали, то, что в нашей стране не особо, ну, как бы празднуется. Ну скажи, вот твое личное отношение к этому празднику. Мне, мне язык, честно говоря, даже не поворачивал праздник, вообще вот к этому дню. Ну честно скажу, мне все равно. Или, ну хотя ну, пусть одевают. Мне все равно, но одевают. А вот определенную такую духовно-нравственную опасность ты не видишь в этом? Кажется, нет. Вот смотри, есть вот такой вариант. У тебя есть дети, которым, для которых норма играть с сегодняшними игрушками, там, всякими вампирами, всякими, как сказала? Monster High. Monster High такие есть. Всякие гробики. И вот для него это, знаешь, удовольствие играть с этим. Потом он сам начинает одеваться всякого такого, или скелета и тому подобное. Для тебя это норма? Нет. Ну, как? Для каждого по-разному. Ну вот смотри, для тебя было чтобы бы... Чтобы он нравится. Тебе что было бы приятно? Чтобы он на каких-то героев равнялся, может даже на наших там витязей, там, допустим, каких-то там героев, там, стремился к лучшему, чем вот эта деградация. Ну, с одной же лучше, наверное. А, как минимум, когда он тебя встречает с мечом и говорит, я богатырь. Или открывая дверь, и хуже, чем наша сегодня Алевтина выглядит, ты смотришь и думаешь, на работе... Деньги или смерть? Да, на работе кошмар был, еще и домой пришел кошмар. Ну так же положено. Да. Ну, я не знаю, почему сегодня молодежи эта норма стала, вот именно всякое, чем хуже, тем получается лучше. Ведь сколько замечательных у нас и праздников, и событий, которые вот у нас приближается День народного единства. Мины пожарские. Мы сделали подвиг. Ну чем не герои? Почему? Мы на худшее равняемся. Мы будем равняться на вас, для которых не нужно. Договорились? Молодец. Мы за патриотизм в нашей стране. Мы за духовно-нравственное воспитание молодежи. Мы за чистоту, а не за противоположность, которая чужда русской душе. Сейчас я хочу предоставить слово участнице молодежного православного центра «Уманский благовест», чтобы она поделилась своим мнением, своей точкой зрения о празднике Хэллоуине и о нашей акции. Я считаю, что этот праздник не христианский и никакой пользы не приносит людям, только вред и не от Бога. В православной церкви есть День всех святых? Есть. Ну, получается, мои друзья, давайте хранить свои праздники, потому что в этот праздник у каждого человека именины, потому что всех святых вспоминаем. Значит, у каждого человека есть в этот день праздник. А когда церковь небесная, церковь земная радуется главному, кто дал жизнь, это Господу.
у нас сегодня акция анти-Хэллоуин. 31 числа будет этот день. Скажите два слова, как вот, только честно, вам вот этот вот день для души, не для души, для вас нормально, что вот будут наряжаться, как для детей вы считаете, приемлемо это, неприемлемо? Поделитесь своим мнением. Особого значения этому празднику. Мало они уже мало знают, поэтому наш праздник. Ну для вас норма, если вот, допустим, как Алевтина, вот так вот люди начнут ходить в этот день. Но если это не принесет вреда никаким другим людям, а будет доставить удовольствие какое-то самому человеку, то да. Но если это будет неприятно кому-то. Вот смотрите, вот если так чисто визуально воспринять этот праздник, вот смотрите, вот человек курит, рядом стоит, он не курит, но вред ему есть от этого. Вот так же и в духовном плане, когда для общества становится нормой злость, уродливость, а еще для, особенно для наших детей, ведь они не просто одевают эти маски уродливые, они же начинают ассоциировать себя. Если это монстр какой-то, то он жестокость проявляет, правильно? Он же не прыгает как дюймовочка в этом костюме, правильно? Но когда, допустим, колядки те же проходят, там же все равно наряжались там кого-то, тоже мужика заводили. Ну, опять-таки, давайте честно скажем, что это опять-таки не как с православием. Это языческий праздник. Да. А в язычество и поклонялись каждому столбу как Богу. А Бога как такого не имели в сердце своем. Поэтому я вот последний вас вопрос задам. Что вам больше ближе? Патриотизм в нашей стране, какие-то русские традиции, нежели попытка навязать нам чуждую культуру? Традиции. Тогда пьем за это. Вот так вот уже. Угощаем вам. Владимир, скажи, пожалуйста, знаешь о дне Хэллоуина? Да. Тебе нравится он? Совсем нет. Не нравится. 31 числа будет день Хэллоуина. Ваше отношение к этому празднику, что скажете? Только честно, если тебе. Это дурдом. Молодец. В Америке такое. Ну, то есть в это России это не должно быть. Я сразу для вас скажу, это участница молодежного православного центра «Уманский благовест». И мы тоже у нее сегодня возьмем маленькое интервью. Она сегодня так специально нарядилась, чтобы показать противоположность как минимум внешнему нормальному виду. Скажи, пожалуйста, Алевтина, вот сегодня ты так одета, так выглядишь. Как ты внутри себя чувствуешь? Комфортно тебе, дискомфортно? И, ну, свое мнение выскажи. Честно, мне дискомфортно находиться в этом наряде, потому что я православный человек, а Хэллоуин совсем не христианский праздник. Я много чего нанесла на свое лицо, одела эту шляпу. Я сама себя не чувствую собой. Чувствую себя совсем другим человеком, и меня это немного пугает. Ключевое слово «пугает». А должно наш внешний вид нас где-то как минимум радовать, как максимум показывать пример для подражания. Когда смотришь на девочку и любуешься ей, какая она умничка, как она и внешне, и внутренне красива. Давайте быть и внешне, и внутренне красивы. С акцией вас, анти-Хэллоуин.